Dobrze, jak teraz się prześlizgnąć? Broni żadnej nie mam. Nie ma tego znaleźć. Naprawdę ledwo żyję. Ale przynajmniej znalazłem mapę. Te bestie usłyszą, to mnie rozszarpią. Я иду, Кирилл. Сейчас. Ха. Немного отдохну и пойду. А просто устал. Очень. Вот ты где, брат. Нашел карты и отдохнуть присел. Понимаю. Мне и самому отдышаться нужно. Так железки эти натирают. Главное, не засидеться тут с тобой. Меня сын твой прислал. Сказал, где искать. Он молодец. Боец. Хорошее. Постарался он. Дети. Все ради них. Я вот ради дочки тут. Умница, красавица. Сильная, добрая.
Не передать, как горжусь и как люблю, а высказать не могу, не умею. Пытаюсь быть отцом, а из меня командир лезет, будто показав любовь, слабость свою обнажишь. Не только перед ней, тот же муж ее, он ведь мне даже нравился сначала. Но как же бесит, что ему правду знать надо. Его дома лучшая на свете женщина ждет, а он головой не за грош рискует. Нормальные люди хотят, чтоб в похлебке грибов побольше, дома тепло, да дети здоровы, а ему правду подавай. Позволь, я на карты взгляну. Ох, я на него и злился. А потом посмотрел на мир и по-другому на жизнь свою прошлую взглянул. Особенно, когда твою историю узнал. Прямо себя увидел, прошлого. Мы ведь оба служили большой лжи, потому что убедили себя, что так надо. И если бы не зять мой, то и закончил бы я, как ты. Зато теперь в кои-то веки в моей жизни есть смысл, потому что я могу, наконец, взглянуть правде в глаза. Думаю, ты меня понимаешь. И спасибо тебе за карты. Не думай, что все было зря. Ты всех нас спас. А Кирилл, я передам ему часы и прослежу, чтобы он выбрался из этой дыры. Обещаю. Ну, мне пора. Прощай, полковник Хлебников. Спи спокойно. Артём, держись. Держись, сынок! Ten dodatek może długi nie był, ale jest naprawdę zajebisty. Polecam każdemu.